heaven on earth. Когда становится тяжело, только сильные идут вперед. Мы были рождены для этого времени. Может, вы проиграли раунд, но вы выиграете бой. Во имя Иисуса мы победим. Аминь. Задержка не означает отмена. Бог уже готовит наше возвращение. Аминь. Поэтому смотрите и ждите дни славы. Впереди самые великие дни церкви. Поместная церковь Иисуса Христа станет сильнее, чем когда-либо. Ребята, вы сегодня прекрасно выглядите, впрочем, как и всегда. Поаплодируйте нашей замечательной группе прославления, которая пела нам от всего сердца. В следующем году мы будем собирать стадионы, и никакой дьявол не сможет этому помешать. Я приветствую сотни тысяч наших зрителей на ТБН, YouTube, One Gospel и Praise TV. Мы получаем множество писем из Пакистана, Индии и России. Привет всем, кто смотрит нас в Фейсбуке, Ютубе и на сайте нашей церкви. В ближайшем будущем все наши люди смогут прийти в церковь. Вы припаркуете машину возле церкви, а мы направим к вам радиосигнал. Так мы будем проводить собрание. Мы будем собираться на наших участках и законно проводить собрание. Поэтому следите за нашими объявлениями. Нас не закроет никто и ничто. Я понимаю, что я стал мишенью, но меня это не беспокоит. Мы не будем молчать. Мы не будем прятаться. Мы надежда и свет мира. И мы будем еще решительнее, чем раньше. Когда Навуходоносор забыл, что Бог сделал так, чтобы он правил многими народами, Бог убрал его. Бог устанавливает и убирает правительство. Мы никогда не были против нашего правительства. Мы молимся за них. Но мы также молимся о том, чтобы мы могли жить мирно и благочестиво. А это означает, что у нас должна быть возможность практиковать свою веру. Это наше конституционное право. И мы не собираемся отказываться от него. Это наше право во имя Иисуса. Итак, мы приветствуем всех, кто смотрит нас в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Пакистане, Китае и Африке. Пусть все дышащее дославит Господа. Аминь. Я вижу это место заполненным до краев. Совсем скоро здесь негде будет встать во имя Иисуса. Я надеюсь, вы готовы получить ободрение, и чтобы ваша вера поднялась еще выше. Пожалуйста, присаживайтесь. Я чувствую, что Бог на этом месте. Мы так много всего делаем. В конце я покажу вам, как мы провели женский месяц. Уже август, а наше правительство и наши ученые думают, что они могут излечить всю боль и все страдания в нашем мире без церкви Иисуса Христа. Я сражаюсь не против, а я сражаюсь за то, чтобы церковь была надеждой мира. Мне надоело слушать, как люди говорят, молитесь пастор. Нет, нужно молиться и кормить. Молиться и проповедовать, молиться и стоять. Если бы Сидрах, Месах и Авденаго так и не встали, то это было бы концом веры в то время. Если бы Даниил не открыл окна и не молился, если бы первая церковь не приняла решение слушаться Бога, а не людей, то сегодня не было бы никакого христианства. Мы не только молимся, а еще и действуем. На этой неделе сотни наших женщин посетили Хилбрау. И все это, чтобы помочь людям, мы отправили туда тысячи продуктовых пакетов. Вот чем мы занимаемся. Люди часто спрашивают, помогаем ли мы белым людям тоже. Ну, послушайте, бедность не различает цвета. Мы помогаем всем, всем страждущим, женщинам, детям, мужчинам, которые не могут найти работу. Мы приносим им помощь и ободрение. Аминь. И когда мы просим о разрешении открыть церкви, то это не только для того, чтобы петь песенки, хотя нам и важно проводить время вместе в присутствии Бога. В Америке уровень самоубийства вырос на 600%. Я оптимист, и я хочу поднять вашу веру. Моя проповедь.
Сегодня называется «Прижаты, но не раздавлены». «Прижаты, но не раздавлены». Хелен Келлер перенесла воспаление, которое лишило ее зрения и слуха в возрасте 2 лет. С помощью Энн Салливан она научилась говорить и читать по губам с помощью рук. Она стала известной писательницей, объездила весь мир, помогая слепым и глухим, а также была активисткой в борьбе за равноправие женщин. Она оказала огромное влияние на мир, хотя она не могла видеть, слышать и говорить. Это поразительная история. Энн Салливан взяла эту маленькую девочку со всем ее потенциалом. В этом месяце мы чествуем женщин не только в этом месяце, а каждый день в году. Аминь. Как она смогла помочь той маленькой девочке, которая была в отчаянии, но при этом она была очень умной. Она научила ее читать и говорить. Она поставила ей голос с помощью Александра Белла, который изобрел телефон, и она объездила весь мир и помогала людям. Она сказала, что мы должны молиться не за то, чтобы задачи были равны нашим силам, но чтобы у нас были силы, равные нашим задачам, и чтобы мы двигались вперед с большим желанием и по направлению к далекой цели. Еще она сказала: «Я благодарна Богу за мою инвалидность, потому что благодаря ей я обрела себя, работу, предназначение и Бога». Одна из самых известных ее цитат: «Характер нельзя развить в благоприятных условиях, только в испытаниях и страданиях. Душа становится сильнее, амбиции вдохновляются, и успех достигается. Мы говорим, что в трудные времена выживают крутые ребята. Такому подходу учит нас Бог. Мы не ломаемся под давлением. Мы стоим и не ломаемся, что бы ни подбрасывало нам жизнь. Оптимизм — это вера, ведущая к достижениям. Ничего нельзя добиться без надежды и уверенности. Хуже телесной слепоты — только отсутствие видения. ЮАР — нужно видение. Всем странам мира нужно видение. Братья и сестры, вам нужно видение. В притчах сказано: «Без видения народ гибнет». Я устал смотреть на фотографии катастроф и катаклизмов, а также на статистику ковида и вызванных им смертей. Это смерти, связанные с болезнью. И людьми овладевает страх. А когда приходит страх, он лишает вас вашего видения и надежды. Эта женщина ослепла в 2 года, но она научилась идеально управлять своим голосом с помощью пальцев. Она давала лекции по всему миру. Она была слепой и глухой, но у нее была неукротимая воля к жизни. Она не позволяла раздавить себя. Человеческий дух — это невероятная штука. Мы были созданы по образу Божьему, и мы невероятно устойчивы. Во имя Иисуса мы можем преодолеть любые невзгоды и преодолеем их силой Святого Духа. Она сказала: «Я благодарна Богу за мою инвалидность. Благодаря ей я обрела себя. Хотя мир полон страданий, он также полон побед над ними». Классно сказано. «Хотя мир полон страданий, он также полон побед над ними». А вот почему мы выставили на сайте свидетельства всех тех людей, которые победили вирус. Там были сотни тяжелых случаев, но люди победили ковид во славу Божию. Во имя Иисуса Христа я прославляю Бога, который дал нам одержать победу. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Послушайте, мы не будем сомневаться в нашем Спасителе в этот час. Мы будем движимы не тем, что мы видим по телевизору, а тем, что говорит Слово Божие, потому что мы ходим верой, а не видимым. Первое послание Иоанна. Это удивительные слова. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Мы побеждаем, потому что внутри нас Бог.
Я понимаю, что этот вирус сбил многих с ног. Вспомните, что недавно произошло в Квазили и Натале. Люди остались без работы. У многих людей теперь нет бизнеса и нет никаких доходов. Им приходится приспосабливаться к новой реальности. Но плач продлится лишь мгновение, а утром придет радость. Вас еще ждут новые главы о вашем будущем. Я верю, что это будут хорошие главы, потому что Бог сказал, что не видели того глаза, не слышали уши, и не приходило то на ум человеку, что Бог приготовил любящим его, а нам Бог открыл это своим духом. Я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Я хочу использовать эту женщину в качестве примера для моей проповеди. Ей было всего 2 года, и она вдруг лишилась зрения и слуха, и она еще не умела говорить. Представляете, какой отрезанной от мира она себя чувствовала? Это не просто изоляция, а строжайшая изоляция. Она не слышала маму, не видела папу, не могла говорить, не могла общаться. Представьте, какая у нее внутри была паника. Затем появилась удивительная женщина, Энн Салливан. У нее тоже была слепота. Она перенесла множество операций в детстве, и со временем ее зрение восстановилось. И она использовала свой жизненный опыт, чтобы помочь маленькой девочке, которая была полностью безнадежной. Подумайте об этом. Мы многое пережили. А Библия говорит, чтобы мы утешали других тем утешением, которое мы сами когда-то получили. Мы не позволяем жизненным трудностям раздавить наш дух. Нет, мы стоим, мы утешаемся в благодати Божией и уповаем на любовь Божью. Мы знаем, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога и призван по Его изволению. Мы отказываемся быть раздавленными. Во имя Иисуса. Та маленькая девочка не отпустила свою надежду, несмотря на полную изоляцию. А как же мы? Возможно, ее плюсом было то, что она не видела все те негативные новости и не слушала пророков обреченности. Может, это помогло ей? Нам тоже это нужно в это время, когда у нас так много невзгод и испытаний. Нам нужно закрыть двери в мир. Нам нужно закрыть дверь для духа этого мира. Нам нужно закрыть двери для всех схем, стоящих за этим вирусом. Если вы еще не поняли этого, то мне нужно помолиться, чтобы Бог открыл ваши духовные глаза во имя Иисуса. Итак, второе послание Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Послушаем. Мы отовсюду притесняемы, стеснены, но не раздавлены. Мы в отчаянных обстоятельствах не знаем, как найти выход. Но не отчаиваемся. Это слово для какого-то конкретного человека. Вам хочется сдаться, но не сдавайтесь. На другой стороне туннеля есть надежда и свет. По другую сторону этой тяжелой ситуации вас ждет новый характер, новая судьба. Поднимитесь со своего места и прославьте Господа Иисуса, потому что вы можете. Аллилуйя! А затем сказано, мы гонимы, преследуемы, но не оставлены в одиночестве. Мы побиты, но не уничтожены. Если вы не раздавлены внутри, то можете выстоять против любой трудности. Многим из вас нужно подняться внутри. Вам нужно вернуться туда, где есть Бог, хотя бы на домашнюю группу. Вам нужно вернуться в то место, где Бог может коснуться вас и поднять вас. Возможно, вы в такой же ситуации, как та маленькая девочка. У вас полная слепота. Вы не видите, откуда могут прийти деньги. Но Иисус в Евангелии от Луки, 12 главе, учит нас не волноваться и не переживать о завтрашнем дне, а в первую очередь искать Царство Божьего и сфокусироваться на вечном. Знаете, что Бог будет заботиться о нас, пока мы переживаем испытания и трудности.
И вот почему во втором послании к Коринфянам сказано, но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». А в 16 стихе Павел пишет, «Посему мы не унываем, многие люди утратили радость». Говоришь с ними и видишь, что они сдулись, их батарейка села. И чем больше этот локдаун продолжается, тем сильнее унывают и расстраиваются люди. Я хочу обратиться сейчас к верным, к верующим, к христианам. Мы в мире, но мы не от мира. Мы были созданы Богом, чтобы преодолевать проблемы и трудности. Мы не разваливаемся под давлением, а становимся сильнее. Скажите «Аминь» во имя Иисуса. Посему мы не унываем, не падаем духом, не становимся бесхребетными, разочарованными или напуганными. Но если внешний наш человек тлеет постепенно, то внутренний постепенно, со дня на день обновляется. Библия говорит, что неважно, какие трудности мы переживаем, если мы позволяем Богу работать в нас, то мы становимся сильнее, решительнее и устойчивее. Мы превратим этот негативный опыт во что-то позитивное. Мы увидим заполненные стадионы во славу Божью. Мы увидим, как пустые здания будут заполнены во славу Божью. Мы увидим величайшее пробуждение в истории этого мира. Мы не изменим наше исповедание, потому что у нас есть обещание, и Бог разберется со всеми препятствиями. Никто не остановит обещание, которое Бог имеет для нас. Вот почему мы не реагируем на происходящее. Мы живем верой. Мы ходим верой, а не видимым. Мы держимся за Божие обещание, несмотря ни на что. Несмотря на целый сезон невзгод и испытаний, мы не позволяем нашему духу быть раздавленным. Скажите «Аминь» или хоть что-то на это. Мы знаем, что тяжелые времена не навсегда. Мы знаем, чем сильнее дует ветер, тем решительнее мы становимся. Мы направляем наши корабли, мы подтягиваем паруса. Но одного мы никогда не делаем. Мы никогда не сдаемся. Мы никогда не меняем наше видение. Иногда можно сделать шаг в сторону, потому что мы стоим на поле боя, на духовном поле боя. Иногда у нас есть план, как это было с Давидом, а Бог говорит, «Подожди немного». Когда услышишь шум Господа в тутовых деревьях, быстро выдвигайся вперед. Придет время, и мы откроем наши церкви быстро, а также безопасно и ответственно. Мы ударим дьявола по голове и увидим сотни и тысячи спасенных. Если вы любите Иисуса, то можете сказать «Аминь» на это. Мы здесь, чтобы опустошать ад и заселять небеса. Во имя Иисуса. Вирус раскрыл в одних людях лучшее, в других худшее. Я говорю не о детях Божьих. Слава Богу, мы знаем, кто мы и чьи мы. Итак, мы прижаты, но наш дух не раздавлен. Мы удивлены, озадачены и ошарашены происходящим, но мы никогда не отчаиваемся. Гонимы, но не уничтожены. Мы побиты, но не оставлены. Как бы плохо вы ни чувствовали себя сейчас, какой бы сложной ни была ваша ситуация, я читаю ваши сообщения, и мое сердце обливается кровью, когда я слышу, что с вами происходит. Но сам Иисус в Евангелии от Иоанна сказал, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь всех видов и размеров, но мужайтесь, я победил мир». Мне нравится ходить в спортзал по нескольким причинам. Во-первых, чтобы общаться с людьми. На этой неделе я был в спортзале, и там был пожилой господин. Ему было около 80, но он все равно дитя Божье. Он тренировался там, а я, как всегда, общался с людьми. Мы с ним разговорились, он не знал, кто я. Я задал ему несколько вопросов. Он сказал, «Самое грустное во всем этом локдауне — то, что люди стали напуганными. Чего бояться? Мы все и так умрем, но нам нужно мужаться. Я подумал, вам 80 лет, и вам не страшно? И вы говорите мне,
тому, кто моложе вас, что мне нужно мужаться и не бояться, я хочу сказать это всем вам. Мужайтесь, что бы с вами ни происходило. Даже если вы потеряли близкого человека, я потерял отца и брата. Мы потеряли одного из наших лучших пасторов, поэтому не нужно говорить, что я ничего не понимаю. Я плачу вместе с вами, но нам не стоит терять мужество и отношение победителя. Мы не должны позволять трудностям определять, кто мы. Мы не должны падать духом. Библия говорит, что именно дух человека поддерживает его в трудные времена. Нам нужно быть сильными внутри, нам нужно сохранять надежду, нам нужно верить, что Бог превратит этот горький сезон в сладкий. Аминь. А то, что было задумано во зло, Бог обратит во благо. Плач будет длиться всю ночь, но утром придет радость. Если Бог за нас, то не имеет никакого значения, какие силы против нас, духовные или естественные. Бог знает, как разбираться с врагами Его церкви. Сатана использует все возможности, чтобы разрушить работу Бога, но Его дни сочтены. Твои дни сочтены, враги церкви Иисуса Христа. Ваши дни сочтены, я провозглашаю и пророчествую это. Враги церкви Иисуса Христа, ваши дни сочтены во имя Иисуса Христа. Последнее слово будет обязательно за Богом, потому что Он автор и завершитель нашей веры. Он пишет нашу историю, Он пишет главы нашей жизни, Он пишет эту книгу. Возможно, мы думали, что будет только одна глава, а вышло целых три, но все это не важно. Он автор и совершитель, тот, кто развивает и совершенствует нашу веру. Важно лишь то, что написал Бог. А в моей Библии сказано, что мы победим, и мы сражаемся с осознанием нашей победы. Сражение выиграно, и враг побежден. Я еще раз хочу сказать врагам церкви: ваши дни сочтены. Мене-мене, текел упарсин. Бог взвесил вас на своих весах и нашел легкими. Во имя Иисуса Христа, вот и все. Бриллианты формируются под давлением. Помните эту песню, да? Как там сказано, Он создает бриллианты просто из чего? Из разного материала. Он создает бриллианты из нас. Если вы геолог, не нужно со мной спорить. Это всего лишь хороший пример для проповеди. Как сказал один американский президент, на самом деле... Он этого не говорил, но все приписывают ему эту фразу. Бриллиант — это всего лишь кусок угля, попавший под давление на определенный отрезок времени. Бриллианты действительно формируются под давлением за определенное время. А в чем цель бриллианта? Сиять. Он не для того, чтобы женщина пришла с ним в ресторан. Красивый бриллиант сияет красивым светом. Вот для чего нужны бриллианты, чистейшие бриллианты. В этот период Господь формирует наш характер, Он шлифует нас, Он делает из нас что-то прекрасное, Он делает из нас бриллианты. Послушайте, бриллианты формируются под давлением, а золото очищается огнем, так мы избавляемся от меди, от фальшивок, от камней, которые на самом деле не бриллианты. Послушайте первое послание Петра, первую главу, 6 стих. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Вот видите, ваша вера испытывается огнем. Речь не только о вере для победы, а о вере в Иисуса Христа. То есть вам нужно перестать быть теплым или двоедушным, перестаньте удаляться от Господа в это время, потому что сейчас испытывается ваша вера в Иисуса Христа. А где была испытана вера Сидраха, Месаха и Авденага? В огне, и в итоге они стали сильнее. Аллилуйя!
А что было после огня? Величайшее пробуждение в истории. Даже не спасенный царь сказал: «Нет другого Бога, который мог бы спасать так, как этот Бог». И он издал указ открыть церкви, чтобы верующие могли поклоняться Богу во имя Иисуса, потому что нет другого пути, кроме Иисуса. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса. Но нам нужны настоящие христиане, которые будут стоять в огне. Этот огонь испытывает ваше свидетельство. Он испытывает ваш характер. Он испытывает подлинность вашей веры. Насколько Иисус реален для вас? Насколько реальны ваши убеждения? Те люди перевернули мир, и Библия говорит: «В период беззакония любовь многих охладеет, так что не становитесь теплыми в это время». Это означает, что огонь одолел вас, и вы лишились самого большого сокровища. Это не деньги, не машина, не материальное имущество, а ваша вечная судьба. Можно убить ваше тело, но нельзя убить ваш дух во имя Иисуса. Вот почему мы не боимся правительства и политиков. Мы не боимся полиции и угроз, потому что мы имеем вечное спасение, зарезервированное для нас на небесах. Аминь. Я сам себя зажег своей проповедью. Аллилуйя. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золотом, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Когда придет Иисус, мы не будем еле теплой церковью, мы не будем прячущейся церковью. Из-за огня мы станем сильнее. Огонь поднимет в нас истину о том, кто мы. Он покажет миру, во что мы верим на самом деле. Он покажет всем истинность нашей веры в Иисуса Христа, которого, не видев, любим. Если вы любите Иисуса Христа, воздайте Ему всю славу. Мы Его не видели, но любим, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуемся радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою спасения наших душ. Вот для чего все это. Для того, чтобы люди попали на небеса. Вот почему я против закрытия церквей. Христианство — это не просмотр телевизора. Говорят, что в такое время нужно достигать людей. Мы сейчас активнее, чем любая другая церковь. У нас есть команды, которые выходят каждый день. Мы идем от двери к двери, каждый день проповедуем людям об Иисусе. Мы никогда не переставали евангелизировать. Кто-то написал мне на этой неделе: «Пастор, церковь уже открыли или нет?» Человек интересовался, потому что у него есть знакомый с наркозависимостью, который хочет прийти в церковь. Что я могу сказать? Идите к правительству, пусть они вам помогут, пусть они за вас молятся и избавляют вас от ваших зависимостей, так? Давление и все испытания лишь формируют нас как людей, которые будут отражать истинную славу Божью, незапятнанную человеческим эгоизмом и гордостью. Важно лишь то, что вы делаете для спасения человечества, а не то, сколько картин висит у вас дома. Я ничего не имею против искусства и красиво украшенных домов, но у меня есть вопросы. Если для вас важны только вы, ваш материалистический подход к жизни, давление может разорвать трубу или создать бриллиант. Мы предпочитаем последнее. Согласно исследовательской лаборатории США, я знаю, что у нас в ЮАР чистейшим бриллиантом считается VVS. Ну или еще один VS1, но это не так. Самый чистый бриллиант
Это AGLS. Это чистейший бриллиант без изъянов. А вот что из вас делает Бог. Он убирает из вас все изъяны. Он удаляет из вас горечь, плохие привычки. И под давлением вы либо поддадитесь Божьей благодати, либо будете раздавлены. Давление высвобождает то, что Бог имеет для вас. Бог использует давление, чтобы формировать и очищать нас. Он не вызывает трудности, но трудности показывают, кто мы, чтобы мы могли поработать над этим, если вы не ждете с нетерпением открытия церкви, то с вами что-то не так, брат мой и сестра моя. Если вы смотрите это, лежа в кровати с чашкой капучино, то с вами что-то не так. Ваша вера перестала быть примером для других. Вам нужно желать возвращения в Дом Божий. Вы должны жаждать движения Бога и Его самого. Это давление должно сделать нас не холоднее, а горячее для Иисуса Христа, а также решительнее и сильнее. Мы — бриллианты для Его славы. Он делает из нас бриллианты наивысшего качества. И не в один карат, а в сотни каратов. Славный бриллиант, но не для вашей, а для Его славы. Услышьте меня, для Его славы! Если мы будем раздавлены под этим давлением, то какое же это будет свидетельство об Иисусе Христе? Как это принесет Ему славу? Мы стоим, зная, что у Бога все под контролем. Когда кажется, что все идет не так, мы не становимся негативными и не остаемся угольками. Мы позволяем этому давлению превратить нас в бриллианты через упование на благодать нашего Господа Иисуса Христа. Это очень важно, потому что многие христиане стали слабыми, уставшими и плотскими. Они утратили свое свидетельство и свой огонь. Они забыли о цели этого времени. Бог пытается сделать из вас бриллиант для Его славы. Когда все лишились надежды, вы должны быть полны надежды. Когда все живут только с мыслью о себе и о своем выживании, вы должны помогать другим, используя то малое, что у вас есть. Так вы будете, как Энн Салливан для Хелен Келлер. У них обеих было одинаковое заболевание. Одна получила помощь, и к ней вернулось зрение. И то малое, что у нее было, она использовала, чтобы помогать Хелен Келлер, которая была талантливым человеком. Так что послушайте. А если вы думаете, что можете быть христианином в одиночку, то это не по Библии. Это означает, что это испытание лишило вас вашей веры, а это означает, что вы отступили, охладели и стали еле теплыми. Это должно сделать нас более решительными. В послании к Римлянам 5 главе сказано: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». А терпение — опытность или характер? Какой характер? Такой, как у Христа. Как бы поступил Иисус, и что бы Он сделал? От опытности надежда, а надежда не постыжает. Это означает, что есть свет в конце туннеля. Я уже говорил вам, что самая худшая слепота — это потеря видения. Переключите свой взгляд на Иисуса. Переключите свой взгляд обратно на Иисуса, обратно на Христа. Прекратите эту христианскую риторику и переключите свой взгляд обратно
на Христа Иисуса, и пусть ваше сердце горит для Иисуса так, как никогда ранее. Скажите «Аминь» во имя Иисуса Христа. И, возможно, вы смотрите меня сейчас по телевизору. До этого вы посмотрели еще 3 канала и что-то там в соцсетях, и вы утратили свой огонь, утратили рвение. В естественной жизни мы хорошо разбираемся в огне. Мы знаем, когда огонь угасает, когда его нужно раздуть и так далее. У этого огня есть цель. Он испытывает вашу веру, искренность вашей веры, не ваши красивые слова, а насколько вы верите в Иисуса. Возможно, вы остыли, стали негативным или вообще не посвящали свою жизнь Иисусу. Вернитесь к Иисусу. Положите руку на сердце и скажите так: «Господь Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Я принимаю Тебя своим Господом и Спасителем. Спасибо за то, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Ты мой Господь».